Больше за 480 молодых наставников пройдут сёлета свой первый урок у научных установок в области. Причем, амаль что 50% педагогов отримали свое первое працевное место у школах на вёсцы. По словам специалистов управления адукации облаканкама, педагогичными кадрами Могилёвшина обеспечена в полном объеме. Пустельные тихие коридоры, блескучие свежепофарбованные подлоги. Хутка школы в области наполнится гомоном и станут часткой життя для амаль что паўсотні молодых наставников. Кадинская средняя школа приняла сёлета на працу трех таких педагогов. Мария – дефектолог. При выборе будущей профессии никольки не сумнявалася. Я здесь училась. Моя мама – педагог-организатор этой школы. Я с детства видела, и мне нравилось, как вот она работает с детьми. Я вообще очень люблю детей. Мне нравилось ей помогать во всем, проверять ее тетради. Буду стараться, буду оправдывать надежды своих учителей. Молодым наставникам часто не стае опыта, але есть жадание працавать и укранять новые методы навучания. Гэта, разумеется, легко прымаюць у наставницком коллективе Кадинской средней школы. Может, тому навучальная установа тройчи была лепшей в области и двойчи в республике. Их у нас достаточно много молодых. Особенно радует то, что из приходящих в школу молодых 15 человек, или уже даже 17, это те, которые учились в нашей школе. И они, в общем-то, пропитаны духом школы. Сёлета амаль 50% молодых наставников працаўладкаваны у сельских школах. Колькі из их застанутся после абавязковой отпрацоўки, покажет час. В 90-е годы еще была престижная профессия учителя, и лучшие дети шли, лучшие выпускники именно поступали на педагогические специальности. Сейчас, к сожалению, уже педагогические специальности не совсем пользуются спросом. Треба отзначить, что, так бы мовить, стабильных и лепших выников при агитации молодых наставников досягнули у Быховским, Климовицким и Могилевским районах. Нагадаем, наибольш эффективно действует материальное захвочивание и обеспечение жильем. Катерина Городницкая, Денис Бутылин, Новини регион.